А вы в R&B, да, выступаете? Конечно. А голды у вас маловато для R&B. Ну мы просто еще, к сожалению... Они молодые еще просто. Появление данного коллектива ожидалось 2,5 года. Кстати, это большая роскошь для совсем молодых начинающих музыкантов. Итак, это произошло. Сейчас у вас есть полная возможность увидеть и, что самое главное, услышать на пробах открытого проекта коллектив под названием «Неонафт». Дыхание сбивает и душу мою веером раскрывает. Веером раскрывает. Забей собою, отрави любовь. Где-то рядом смеются с небес зловещие звезды. Вернуться назад все равно слишком поздно. Все равно слишком поздно. Отправляйте ваши эмоции на короткий номер 1811. Если вам нравится коллектив «Неонафт», цифру 1. Если что-то не то, соответственно, цифру 2. Значит, первое, вот что меня интересует, потому что я подозреваю, что мы произвели некую маленькую ошибочку. Нужно правильно говорить «неонафт» или «неонафт»? Как вам угодно. А как вам угодно? Мы произносим обычно «неонафт». «Неонафт». Ну, в общем, тогда коллектив под названием «Неонафт» на пробах открытого проекта. Сразу напомним, кстати, наш адрес, адрес нашего сайта, где вы можете голосовать. openproject.tv.ru. Мы видели твой паспорт, и там вроде бы указано имя Антон. Так. Фамилия, если я правильно понимаю.
Тирители. Попробуй еще раз. Вспоминай. Кем выдан, мы посмотрели. Бородин, нет. В общем, Антон Севидов, правильно я понимаю, да? Будь любезен, мы просто не смогли найти остальных два паспорта. Значит, это Илюха, синтезаторы, драм-машины. Паспорт так и написано, Илюха? Да, написано Илюха, драм-машинов. Димон, это вообще человек уникальный. Он приехал, можно сказать, из-за границы к нам. Периодически выезжает из-за границы. Западный артист. Вы знаете, честно говоря, долго мы ждали, когда все это произойдет, когда вы придете к нам. Не потому, что мы прямо страшные ваши поклонники, а потому, что было заявлено, что есть очень симпатичный и подающий надежды коллектив под названием «Неонафт». Вот. И мы сказали, давайте, давайте, давайте. Тем более мы с тобой пересекались, Антон, тоже неоднократно на птичьих рынках. В чем вопрос? Вопрос в том, почему вы так долго тянули, скажите, пожалуйста. Я путешествовал, ездил по нескольким странам, был в каких-то городах, смотрел, да, общался с разными музыкантами. И в том числе был и в Лондоне, был в Берлине, где, собственно, познакомился с таким очень, на мой взгляд, выдающимся, одним из выдающихся музыкантов современных, которого зовут Крис Корнер, из группы AMX, и в прошлом лидера Sneaker Pimps, с которым мы, собственно, записали такую основную часть этого альбома. Мне кажется, музыка группы «Неонафт», она не совсем типична, да, для вообще всего пространства бывшего Советского Союза. Ну, российский, да, широт точно. Эта музыка, она могла быть написана вообще в любом городе, да, то есть она, в принципе, не имеет никакого, скажем, такого национального, да, какого-то оттенка, да, то есть эта музыка могла бы звучать и в Лондоне, в Дюссельдорфе, в Милане. Но в Лондоне, в Дюссельдорфе и Милане она как раз мне слышится, пока она мне слабо слышится здесь, в Москве или, к примеру, в городе Сыктывкар. Ну, мне кажется, за этим мы, собственно, здесь и находимся, чтобы сейчас люди, которые находятся у экранов, может быть, услышали, и, может быть, некоторые из них как раз и полюбили эту музыку. То есть эта музыка, она музыка больших городов, музыка людей, которые живут в этих больших городах и совершенно по-другому и по-новому мыслят, да, и по-новому как бы общаются и с другими скоростями, и как бы совершенно в каких-то новых формах. Мне даже такое определение пришло в голову. Музыка неоновых вывесок. Ну да, плазменных экранов. Электрошансон. Электрошансон. Слушай, это мой любимый стиль. Ну, я сразу как тебя увидел. Только я боюсь, что зрители не поймут. Может, на себя сейчас навидим. Это электрошансон. Настоящий. Я выхожу на связь, желание до небес. Я проникаю сквозь, я посылаю СМС. Ты где-то далеко. Интернет пустым бесцветным дням конца и края нет. Губы лепестками, платье со слезами, убегаешь, заметая за собой следы. Зрительно, быть может, ты близка, но все же для тебя примерно столько же, как до весны. Длинными дворами, снежными глазами, в ледяные окна с грустью смотришь по ночам. Ты не ожидала, не звала, не знала, но оно случилось, ты влюбилась.